Всем привет! С вами канал MultiPlanet, и сейчас у нас будет обзор на игрушку из мультфильмов с таким странным для меня названием Лалалупси. Вот такие вот у меня тут игрушки есть. Кстати, не забуду сказать вначале, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. И вот вернемся. Вот такие вот игрушки. Тут их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штук. Называются они Лалалупси. Честно скажу, мультфильмы я не особо видела, поэтому не сильно могу рассказать об этих персонажах, но могу их очень близко показать. Игрушечки маленькие, симпатичненькие, и надеюсь, вы в комментариях подскажете, как зовут этих куколок. Так, вот с обратной стороны можно повернуть и посмотреть, что у нас здесь есть. Тут Сакс, это тот, кто выпускает игрушки. Игрушка, куклы или аксессуары, в том числе инертные, со звуковым и световым эффектом, ля-ля-ля. Но это все не наша серия. Так, предназначен для игровых целей, обеспечивает развитие и обучение в процессе игры, изготовленной из ля-ля-ля-ля-ля-ля. Где изготовлен, кем сертифицирован, это не очень интересно. А, тут вот у нас есть различные домики этих Лалалупси. К примеру, это, понимаю, ветеринарная клиника Рози. А, какой-то печенька-хаус, печенька-дом, земляничный дом, Сью, не помню, что такое Сью, королевский замок, в общем, вот тут заклеен, его не видно. Так, ну тут опять разные не очень интересные штуки внизу описаны, их неинтересно смотреть. А у нас тут, собственно, замков-то, конечно, нету, но есть зато целая серия из 9 игрушек с нашими Лалалупси, которые можно посмотреть и, в общем-то, прикупить потом эти замки, к примеру, и устроить себе целую такой громадный замок, когда будет у тебя куча-куча игрушек. Вот тут по номерам игрушки все расставлены, чтобы не ошибиться, и можно покупать разные, к примеру, серии. Так, тут у нас... Оп, можно вот так вот раздвинуть. Это, ой, в сторону можно сложить. Ага, тут все-таки, я так понимаю, 10 игрушек. Одна просто была специально закрыта. Ой, чуть не упала штука. Вот такой вот штучкой. Это персонаж-сюрприз. Он не был виден, так что он так скрытый был. Так, тут у нас прилагается вот такая вот бумаженция. Ага, тут с перечнем, я так понимаю, всех-всех-всех персонажей. Можно начать с первого, я так понимаю. Нет, нельзя с первого нажать. Ой, начать. Так, и давайте посмотрим, какие здесь есть персонажи. Вот тут написано первая серия. Вот такие вот персонажи, куколки. Симпатичный котенок. И куча разных жителей страны Лалалупси. По-моему, это вот страна, если я не ошибаюсь. Тут зверушки, единорожки, какой-то покоцанный медвежонок. А, еще вот единорожки, какие-то мышки, пандочки, если я не ошибаюсь. И куча-куча-куча девочек. Интересно, у них мальчики-то есть вообще? А то, судя по картинкам, здесь только девочки. Так, вот здесь есть вторая серия, которая начинается, собственно, на 2. 2.01, 2.02. Вот. И тут опять куча персонажей. Давайте всех их попробуем рассмотреть. Вот мишка, единорожка, опять мышка. И девочки, 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 девочки. Хотя, может, мальчики у них выглядят одинаково с девочками. Напоминают они мне, знаете, кого? Малышей. Был такой у нас рассказ про Незнайку. И вот там жили малыши и малышки. И вот мне почему-то в Лалалупси их напомнили. Так. Ну, в общем, вот такие у нас вот игрушечки есть. Все они не очень большого размера. И у меня игрушки из вот этой вот первой серии. Я вот сюда пока поставлю картиночки. И давайте поближе рассмотрим. Вот наш круг с нашими игрушками. Вот его можно так вертеть, вертеть. Ну, лучше, конечно, не вертеть, а доставать просто. И давайте попробуем достать первую игрушку. Первая игрушка. Это у нас вот такая вот девочка в розовом платьице. Сейчас настроится у нас. Вот такая девочка в розовом платьице. С розовой прической, с розовым бантиком. На которой написано «Сделано в Китае». Так, здесь у нас специальная дырочка, можно, к примеру, игрушки очень аккуратненько расставить на специальные подставочки. Вот, ну, в общем, первая девочка вот такая, пишите в комментариях, как ее зовут. Просто я не могу вам в этом подсказать. Знаю только, что игрушка не очень страшненькая, то есть симпатичная даже. Так, вот у нас вторая игрушка, тоже девочка, тоже с хвостиками розовыми, с бантиками оранжевыми. Тоже в розовенькой. Она у нас платьице, правда.
Так, тоже сделано в Китае. Вот такая вот маленькая игрушечка. А она пусть присоединяется к своей подружке. Не стоит там, а мы будем дальше смотреть. Так. Вот, сейчас вытащу. И тут у нас на очереди вот такая вот маленькая курочка, если я не ошибаюсь. Курочка у нас оранжевая с бантиком. У всех у них есть дырочки. Из них, я не знаю, бусы что ли делать надо, потому что дырочки тут везде и насквозь. Так, ну, в общем, такая вот курочка. Да, кругляшок, похоже, по-моему, на цыпу. Так, оставим ее, берем следующую игрушечку, достаем. Так, и это у нас вот такая вот кисуля с такими странными глазками. Сейчас, настроится у меня. Глазки, глазки. Вот, вот такая вот кисуля с пуговками-глазками, черненькая, с розовым бантиком. Ну, сзади, конечно же, просто она черненькая. И вот кисуля тоже присоединяется у нас к нашим друзьям. Так, кто у нас тут следующий? Следующая вот такая вот девочка. Есть ощущение, что они все такие одинаковые немножко. Подсказывайте мне, как их зовут. Так, тоже розовые волосы, розовые бантики. А она с каким-то пончиком. А нет, на ней пончик. Девочка-пончик. Мне ее прям одежда выглядит как большой такой глазированный розовым пончик. Так, ставим ее вот здесь. Следующая у нас на очереди. Оп, разнообразие. А, тоже девочка в синем, зато уже платьице. А, с голубыми волосиками, с красными бантиками. С тоже синенькими ботиночками. Сделано, опять же, в Китае, конечно. Но зато отличается от наших малышек других, которые здесь были. Поставим ее вот здесь вот. Так, вот эту я штуку уберу, чтобы она не мешалась. Так, что у нас следующий? Следующий у нас на очереди единорожка. Вот такой вот маленький розовый единорожка, достаточно такой симпатичненький, с глазками-пуговками, единорожка-лололупсик, с бантиком тоже, хорошенький малыш такой. Вот такой вот он. Вот, выглядит, по-моему, очень симпатичненько, пусть он тоже отправляется к своим друзьяшкам. Поставим его здесь. Так, берем следующую девочку, их чуть-чуть у нас осталось. Это у нас вот такая вот с оранжевыми волосами девочка, с черными бантиками, какая-то Эмма Лололупси. Так, розовый у нее такой фиолетово-розовенький наряд с оранжевой окантовкой, черные ботиночки. Вот такая вот симпатичная малышка. Ставим ее вот здесь рядом с единорожкой. Так, следующая у нас идет вот такая вот малышка. Интересно, у них... Нет, не шевелятся у них головы. Вот такая вот с такими прозрачно-оранжевыми волосами, такими мандариновыми какими-то, с розовыми бантиками. И на ней какой-то наряд странный, такой тоже оранжевый. Вообще она вся такая оранжевая. Вот, не знаю, как ее зовут. Поставим ее вот здесь. И вот наша девочка-сюрприз была. Ой, простите, пошевелилась камера. А, вот такая вот девочка-сюрприз была. Какой-то она у нас, не знаю, пришелец. Вот у нее какие-то тут специальные рожки. Так, голубые волосы, зеленый у нее личико. А, такой серебряный нарядик у нее, серебряные ботиночки с розовым. Ну, сделано, конечно, у нас тоже Эмэджа Чайна. И вот такая вот малышка она у нас получается. Выглядит, по-моему, хорошо. Инопланетно так выглядит она. Лололупсия. Так, и вот ее здесь поставим. И вот наши, в общем-то, девочки закончились. Смотрите, получилось их прям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Всего 10 игрушек у нас в этом было предоставлено наборе. Из них у нас 3 это зверушки и 7 девочек. Сейчас, подождите, я поближе покажу. Так, вот такие у нас девочки получаются. Оп. Они, правда, видите, очень низенькие, поэтому близко камеру никак не подставить. Но зато очень симпатичные, а главное, из-за того, что они маленькие, можно накупить много-много себе этих малышек. А, получится их где-то штук, по-моему, 40, получается, по этому набору. Нет, вру, какие 40?
60-120 где-то получится этих малышек, ну, вместе с их зверушками. И если накупить еще маленьких симпатичных домиков, которые тоже предоставляются, ну, в продаже, конечно же, можно себе целое царство Лололупси устроить, украсить разными деревьями, листиками и тому подобное, и будет у вас целый мир Лололупси. Прям тут такой мини-маленький мир. И надеюсь, вам понравился обзор, понравилось видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. Всем пока, до новых встреч!